Минске открывается 26-я летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Масштабный форум Беларусь принимает впервые. В столице собрались делегаты из 57 стран. В повестке сессии – доклады по политическим и экономическим вопросам, науке и технологиям, демократии и правам человека. По итогам ее резолюции лягут в основу Минской декларации. Будут сформулированы рекомендации. Нынешняя 26-я сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. В открытии сессии принимает участие президент Беларуси Александр Лукашенко. В Беларуси вводится новый вид господдержки для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Президент подписал указ об адресных субсидиях на жилье. Они предоставляются малообеспеченным гражданам и предназначены для уплаты части процентов за пользование кредитом на строительство, полученного в любом коммерческом банке. Также многодетным и молодым семьям, детям-сиротам, можно будет погашать и части основного долга по таким кредитам. Витебск празднует 130-летие Марка Шагала. Организованы театральные спектакли и встречи поклонников творчества всемирно известного художника. К юбилею также презентовали 4-й шагаловский сборник. Сейчас Витебск погрузился в атмосферу начала 20 века. 7 июля гостей ждет арт-перформанс. Картины Шагала оживут. От скрипачей на крыше до влюбленных над городом.